Всем привет, с вами Мико, я продолжаю проходить Спайру. У нас мир творцов магии, хитрые бородачи, с которыми мы уже успели познакомиться. О, отлично, хпшечка собралась. Во всяком случае, после моего унижения на прошлом уровне, это хоть что-то приятное. Идем дальше. По разным уровням, теперь High Caves. Наверное, это будет где-то опять на высоте, раз у нас тут упоминается вершина. Но посмотрим, как выглядит уровень. Он, я смотрю, чуть-чуть будет потемнее, может быть, чуть менее весенний. Мне еще кажется, я вижу дождь, да. Походу, там будет дождик? Интересно. Или мне кажется? Давай уже прилетай туда быстрее. Интересно же, что сделали разработчики. Нет, смотрите, солнышко. Прям солнышко. Ну и, в принципе, он выглядит как мир творцов магии. О, пауки. Что с вами делать? Я эту броню тоже не ударю, я думаю, никак. Ну да, они меня бьют. Нехорошо-то как. Надо валить. По-моему, здесь будет какая-то штука, которая позволит мне их потом всех убить, но не сразу. Ладно, надо быть осторожнее. Какие ж твари. Спасибо, что ты там застрял. А, вы смотрите, вон камушки. Я пропустила камушки. И вот тоже камушек был. Ладно, в этот раз я его хотя бы не пропустила. Куда ты решил пойти? Давай в свою нычку вот эту, да. Застревучую. Так, ладно, я так хотя бы не врезаюсь, но не получаю урон. Как с этим работать? Я оставила один кристалл. Ладно. Дракоша, спасенный Аякс. Ненавижу жуков. Вырасту большой и сильный, как ты, всех раздавлю. А пока не забывай, разгон дает неуязвимость. Разгон дает неуязвимость, то бишь. Я могу их пробивать вот этой, то есть как сундуки. Ладно. Пробуем. Одного пропустила. Слушайте, да. Фью. Ну, я ни одного, конечно, убила, но кого-то я убила. Он. Но, с другой стороны, тоже прикольно. Отлично. Что еще раз? Попробуем их добить. Из них же кристаллы все равно добываются. Да, парень, только далеко не уходи. Спасибо. Кого я не убила? Всех убила. Отлично. Ну, а теперь по этим пещерам можно гулять спокойно. Правда, я, по-моему, еще одного слышу. Агась. Тут вон и волшебник, и дракон. А!
А как же тут тогда разбираться с ними, раз у меня сюда чардж не дойдет? Привет, фея. Точно, палочка. Упс. Упс. Что-то пошло не так. Блин. Да ладно, они все восстановились. Так, ну из них хотя бы только хпшки теперь даются. Угу. Давайте разберемся, что делает феечка. Ну, то есть, для чего это все? Возможно, я могу теперь сжечь. Да, раз он сам начал сжечь, то значит я могу сжечь. Фух. Только у меня ограниченное количество времени. О, дали ачивку арахнофобия. Точнее, арахнофоб. Но я в итоге всех подожгла, ребят, поэтому, типа, все отлично, все замечательно. Можно идти дальше, я так понимаю. Сначала сюда, на башенку. Отлично. А, это начало игры как раз, отлично. Ну, нам сюда как раз и надо было в целом. Меня забавляет, как они друг с другом сражаются, что-то делают. Такой мир от этого живой становится. Что-то здесь происходит без нашего вмешательства. То есть не только болванчики, которые просто... ну, просто существуют, да, мы их просто уничтожаем. Это классно. Вау. Дракоша, спасенный Сайрус. Совершенно случайно в него врезалась. Умоляю, в разуме зеленых друидов все вокруг переворачивают. Это друиды. Окей. Ну вон, смотри, минус один. Как минимум. Смогла. Как же это опасно. Спасибо, что меня-то с собой, с своей тушкой затормозил. Это приятно. Так, не уверена, что можно в эту синюю жижу наступать. Эти феи, по-моему, тоже мне чем-то помочь могут, если что-то не так пойдет. Вопрос в том, что может не так пойти. Так, а мы снова возвращаемся сюда. У нас, получается, есть несколько проходов. И также у нас есть еще разгон. Не надо об этом забывать. Отлично. Соответственно, где-то что-то будет заныкано такое. Что надо будет аккуратно прям добывать. Скорее всего, этот с яйцом. Там, наверное, будет выход отсюда. Потому что обратно-то я, наверное, не перелечу. Ага. Ой, как заворачивает. Блин. Надо не мышкой крутить в такие моменты, а... Просто. Просто управлением. Хотя и так получается не очень хорошо.
Ну да, одинаково. Фух! Получила. Отлично, мы собрали яичко. Так, теперь что мы здесь не досмотрели? Там был еще проход справа. Ну окей, не, это одно и то же. Как отсюда выйти? Вот так? Да не, это самоубийство. Ну да. Феи помогают, отлично. Хорошо, это феи помогли. И феи, причем, меня возвращают сюда. То есть у меня есть несколько попыток. Иху! Ударилась прям хорошо, знатно. Мне понравилось. Ага. Ага. Окей, феечки меня еще возвращают обратно. Чтобы я еще залетела. Только теперь уже вверх. Фух. Почему же здесь постоянно потолок бьешься? Как-то даже обидно выходит. А что там на выходе? А, на выходе это возвращение туда, если мне вдруг понадобится. Ладно, дракоша. Спасенный Седрик. Разогнался, прыгай и лети. Хорошенько изучи высотные пещеры. Все дракончики найдены. Но при этом далеко не все сундуки. Что же я пропустила? Феечки, помогите. А вы меня переносите в любом случае в ту зону, да? Что я, сколько пропустила? Одно яйцо целое пропустила, господа. Вон куда. Оу. Понятно теперь, где я что и пропустила. А, это надо с той пещеры перепрыгнуть, перелететь. Оу. Ладно, неожиданно. Нет. С верхней? Да не. Да ладно, все-таки да. Все-таки с нижней. Потому что с верхней прям бред. Это бы не сработало. Никоим образом. Ой, ты хитрый. Давайте я перегоним на эту сторону. А! Вот зараза. Надо прыгать как-то вот туда. Опа! Отлично! Еще одно яйцо собрано. Все? Ей! Во, прекрасно! Хорошо, я довольна. И надо теперь снова будет сейчас запрыгнуть на центральную, я так понимаю. Вот эту вот верхнюю. Вообще не центральную, а левую. Ага. Чтобы здесь уже спокойненько возвращаться домой. Классно, прикольный уровень. Необычный, много разных таких вот штучек нужно сделать на нем. Из-за этого, конечно же, намного интереснее сразу же выглядят уровни. Но мы, получается, прошли уже 3. Ну, включая, естественно, домашний, как лобби. Он тоже считается за один уровень. Что ж, ребята, увидимся с вами в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам нравится эта игра и приятно смотреть было прохождение или познавательно.
и также оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока, до встречи!